готовится финал чемпионата мира. Будет очень принципиальный реванш. На прошлом чемпионате мира я проиграл этому кубинцу. У нас 1-1. Надо точку поставить с ним. Я думаю, завтра выиграет и все. Иншаллах, поезд будет на моей талии. Для меня победа и поражение это спорт. Мы идем дальше, как бы ни сложилось. Я очень сильно сегодня старался, хотел очень сильно, очень много пахал. Это не передать словами, это сколько, через что мы проходили, чтобы становиться первыми. Ну так сложилось, что сегодня не получилось. Рефер открыл счет, на самом деле чуть появилась паника, вот, и мне пришлось чуть прибавлять, возмещать этот нокдаун двумя-тремя ударами. Вот, мне это удалось, я в концовке попал 2-3 хороших акцентированных ударов. Вот. И в принципе, знаете, я процентов 80 был уверен, что поднимут мою руку. Но, к сожалению, иногда бывают сюрпризы тоже.